Всем привет, я Чин. Я Витя. А что мы сегодня будем учить? А сегодня мы будем учиться стихи. Знаешь, чьи стихи? Липа. Знаешь Липа? Да, серьезно? Вы учили про его стихи? Это известный байт, гимнастия там. Но почти все люди знают. Как? Только китайцы. Только китайцы, это известно, писатель, байт. Название Сун Мэн Хао Ран Чжи Гуан Лин. Это известно и красивые стихи. Послушай, сейчас я тебя прочитаю, да? Гу Рэн Си Ци Хуан Хэ Лоу. 烟花三月下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。 Ну что, Витя, прочитать перевод? Провожаю Мэн Хуа Чжаня Гуан Лин Липо. С другом прощаюсь к закату от желтого аиста башни. Среди весенних красот он в Янжо плывет одиноко, паруса тень растворилась в небесной лазуре. Видно лишь, как река к горизонту течет. Интересно? Да. Я говорю, интересно. Давай теперь повтори со мной, да? Сон Мэн Хао Ран Чжи Гуан Лин. Сон Мэн... Мэн Хао Ран. Чжи Гуан Лин. Чжи Гуан Лин. Ли Бай. Гу Рэн Си Ци Хуан Хэ Лоу. Ян Хуа Сан Юэ Ся Ян Чжоу. 孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。 Давай ты попробуй сам. Пожалуйста, погромче, хорошо? Давай. 孤帆西辞，欢河流。 烟花三月下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。 Хорошо, хорошо, Витя. Давай еще раз попробуй, давай. 孤帆西辞还 黄鹤楼，黄鹤楼，我读过 здание， называется 黄鹤楼，очень красивое。烟花三月下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。 Знаешь, что такое Чангчжанг? По-моему, у вас переводили Янцзи. Река Янцзи. А в Китае это сами Лены. Река. Северный, и в Китае два, можно сказать, известные река. В северный это Хуанхэ, желтый река. А в юга Чангчжанг, Лены река. Ну, у вас переводили Янцзи. Река, да. Ну что, попробуйте на память рассказывать? Да, попробуй. Кужан Сици Хуан Хэ Лоу Ян Хуа Сан Юэ Ся Ян Чжоу Гу Фан Ян Ян Би Кун Джин 唯见长江天际流。 Хорошо, Витя, молодец. Молодец, молодец, Витя. Ну что, Витя, у нас сегодня уже
Заканчивается уже, да, время стихи. Что надо сказать? Подписаться и поставить лайк. Да, все. Урок закончен. Зайти. Зайти. Зайти.